На печеньку. Ум, на печеньку. Кушаем, хорошо. Именинник Умка с удовольствием поедает сладкое лакомство. Как и все медведи, он сладкоежка и куску мяса предпочтет мед и ягоды. Правда, лакомство ему дают только по праздникам. Обычный рацион бурого хищника состоит из каш, мяса, яиц, овощей и фруктов. Питание у большого зверя в зоопарке хорошее. За раз может съесть до 20 килограммов. Поэтому в зимнюю спячку Умка в зоопарке не впадает. В спячку он у нас полноценно не впадает, так как еды ему достаточно, а в природе животные, медведи впадают в спячку, так как свою, так сказать, свой большой организм им надо прокормить, а его зимой намного сложнее прокормить, чем летом. Соответственно, они впадают в спячку. Это такой механизм защиты у них. В зоопарк Умка попал совсем малышом. Его забрали из цирка. Сейчас ему исполнилось 23. Если перевести на человеческий возраст, это примерно 40 лет. Мужчина в самом расцвете сил, говорят сотрудники зоопарка. При этом парень, он общительный, любит шумные компании. Наверное, сказывается цирковое прошлое. Он у нас очень веселый, летом обожает купаться, любит публику, внимание, ждет, когда к нему побольше народу подойдут, вот когда он в бассейне плавает, купается. Потом он резко вскакивает, всех обрызгивает, все с визгом разбегаются, ему это очень нравится. Следующий свой день рождения в зоопарке отметит черный ягуар Нуар. А в начале февраля всех посетителей ждет традиционное предсказание погоды на весну в день сурка. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.